الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Заключительно Божий посланник однажды сказал, ну это такая, конечно, культура, культура питания, мусульманская культура питания, о чем мы часто забываем. Пророк сказал, إذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله عليه. Да, то есть, если человек собирается трапезничать, что-то есть, фалиедукир исмулла, то пусть упомянет имя Всевышнего Творца, пусть скажет бисмилля, а с именем Бога. Фаиннасия айедукар исмуллахи фи ауалих, фалиекуль бисмилляхи аля ауалихи ва ахире. Если человек вдруг забыл упомянуть имя Господа в начале трапезы, ну, забыл. Мы периодически забываем об этом. Человек забыл, никто ему об этом не напомнил. И что тогда? «Фалиякуль бисмилляхи аля аулихи ва ахире». Тогда, то есть человек вспомнив, он скажет «бисмилля аля аулихи ва ахире», то есть с именем Бога от начала и до конца. «Вальхамду лиллахи раббиль алямин».